Оказывается, в этом году на Евровидении от Украины выступит не один, а сразу два участника. Артём Мурач согласился помочь австрийской команде и выступит на сцене с представителем Австрии. Здравствуй. Как твои ощущения? Вот 7 дней, неделя до Евровидения. Какие сложности? С какими сложностями ты столкнулся? Что самое сложное в твоей работе? Ну, самое сложное, я думаю, это выполнить все те поставленные задачи, которые перед нами есть. Вот. То есть спеть все правильно, ничего не забыть. И ощущения просто нереальные. Очень атмосфера сама очень-очень творческая. И я очень-очень счастлив тут находиться и получить такой незабываемый опыт. Это, в принципе, этот месяц будет, наверное, один из самых таких значимых, по крайней мере, сейчас в моей жизни. Насколько мы знаем, ты довольно случайно попал в команду в последний момент, можно так сказать. Расскажи, пожалуйста, эту историю. Ну, я сказал бы, что случайно, потому что я верю, что случайности не бывает, да. Но все как-то... Я, по крайней мере, я не ожидал. Если бы мне сказали ранее, что я так произойдет, я бы не поверил. Все дело в том, что где-то в течение месяца я работал как статист, то есть дублер, и мы готовили номера для стран. То есть были вокалисты и танцоры, мы их ставили, сначала репетировали вне сцены, и потом ставили их полностью все вот как оно будет на самой сцене в МВЦ. Поэтому и я был, собственно, бэк-вокалистом для австрийской команды. И так получилось, что у них не хватало бэк-вокалиста, они искали одного. И Марвин, то есть stage director, он попросил меня выслать видео австрийской делегации, что мы, собственно, сделали, и через пару дней я получил сообщение о том, что они выбрали именно меня, и что я буду участвовать как вокалист в их команде. Ну, до этого опыт работы в подобных шоу у тебя был, правильно? Я участвовал также бэк-вокалистом в нашем национальном отборе Евровидения, то есть уже где-то это было как средняя ступенька. Может, что-то упустили? С кем? Можешь сказать? С Настей Продюс мы пели. Поэтому... Пару дней назад, по-моему, ты только вот физически познакомился, правда? Мы познакомились вечером перед первой dress rehearsal, перед первой репетицией. Буквально, не знаю, пару часов провели вместе, порепетировали в отеле самом. И да, но с самого начала получился какой-то контакт, вообще не было никаких проблем, мы все спелись, все были очень счастливы, потому что они очень тоже переживали. Точно так же, как и я, не знал, что это будет за команда, они еще и говорят по-немецки, все-таки разные национальности. Но буквально с первой секунды все пошло, как будто мы уже работаем несколько месяцев. Признайся честно, тебе близок стиль исполнения Натана, или ты просто согласился, потому что это действительно круто выступить в Евровидении? Во время того, как мы репетировали как статисты, это была одна из самых любимых песен. Это немножко не то, чтобы я, например, как вокалист пел, но она нам очень нравилась, мы очень от нее тащились, если можно сказать. И поэтому, когда я узнал, что я буду петь с ними, я очень сильно обрадовался. Как прошла сегодняшняя репетиция? Ну, как сказал саунд-продюсер, мы сегодня очень хорошо постарались, поэтому, надеюсь, мы будем так держать и выступим еще лучше, чем сегодня на самом конкурсе. Ты уже выучил слова? Вот какая у тебя роль именно в песне? Слова я еще знал до того, как мы встретились, потому что я был статистом для самого себя, кто мне показался. А партии мы выучили буквально за полчаса, за 20 минут. Вот. И сейчас мы работаем над какими-то очень-очень маленькими нюансами. То есть Нейтан, он очень серьезный перфекционист, что мне очень нравится, потому что тут мы уже не говорим о попадании в ноты, мы уже не говорим о запоминании слов. Тут уже ты работаешь на более высоком уровне, над какими-то очень маленькими ошибками и нюансами, которые даже, наверное, немногие слышат. Но и еще, что важнее, нужно... Кто-то может подумать, что бэк-вокалисту намного легче, но это на самом деле намного сложнее, потому что вы все, нас четверо, вы должны работать как одно целое. Не миллисекунд, ну, то есть нет права на малейшую ошибку. Ну, скажу честно, сложно устроить вот грандиозное шоу с лирической композицией. Чем вы будете удивлять зрителя? Можешь ли приоткрыть секрет, что будет происходить на сцене в момент песни? Будет очень-очень красивая постановка, связанная именно с
название песни «Running on Air». Вот. Будут очень красивые цвета и самый главный объект — это очень-очень большая луна, которая на этом будет стоять, которую уже, я думаю, те, кто следит за Евровидением, успели шанс увидеть. Вот. Такая будет очень-очень красивая сказка, мечта. Кто ваш фаворит лично? За кого болеете? Ну, конечно же, за Нейтана. Не могу не поддержать австрийского футбола. Тем более, он очень талантливый вокалист. И мне очень импонирует сама постановка песни. Вот. Но также мне нравится песня Португалии. Вот я был тоже статистом, исполнял эту песню на сцене. Она очень красивая, и, как мне кажется, она... Возможно, не типичная для Евровидения, потому что это не танцевальная песня, это не какая-то, не знаю, электронная композиция, она достаточно классическая, но в ней есть какая-то нереальная душа, и она не оставляет никого. И она лирическая, что близко мне.